Ребята, если вы хотите, чтобы сегодня вышла вторая серия, то есть две серии за один день, все, что от вас требуется, это просто поставить лайк. То есть, если мы набираем на этой серии 500 лайков, то сегодня выходит еще одна серия. Получается, что две серии. Выйдет она или нет, зависит от вас. И зависит от вас еще то, сколько серий выйдет в один день. Всем приятного просмотра! Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Minecraft Savanna Pixelmon, и добро пожаловать в наш пятый сезон в... вроде 43-ю серию, да. Ребята, я тут путешествовал немного, и, кстати, только сейчас заметил, тут еще одна Иви бегает, а то, что у нас нету вообще уже болов, то есть, ультраболы еще есть. У нас кончились квикболы, у нас кончились левелболы, это очень хреново. А Иви, ребята, ну вы знаете Иви, Иви, чтобы она залезла в... в ультрабол, это я не знаю, сколько усилий нужно приложить. Поэтому я париться над тобой, Иви, не буду. Еще один ультрабол, иди ты в попенцию со своими выкидонами нафиг. Опа! Ух, как ее, ребята, записывайте, как ее нужно ловить. И просто нафиг послать нужно, и все, и она тогда словится. Ребят, я немного полетал. Поискал, вот книжечку нашел в сокровищнице, но все же, то есть, о, морская-то, я немного полетал, ребята, и, в принципе, я словил парочку шайни, каких шайни, я покажу потом, но сейчас, я не знаю, может еще куда-то Кьогр, выходи, зараза, выходи, подлый трус, так, а то мне сказали, Дратини, что я в предыдущей серии, да ты должен с меня издеваться просто нахрен. Ты, походу, просто с меня издеваешься. Тролль. То я не знаю, как я дурак, сколько я искал вот этот. Не вот этот, а вообще генный биом. Но мы его потом уже нашли, да, потому что многие люди... Я дал сид и... О, я там видел какое-то дерево. Я дал сид, и многие люди просто помогли мне его найти. Это во-первых. А сейчас мы тупо летали и нашли... Или это тот же, или это вроде... Ну, сейчас посмотрим, ребята. Я там видел какое-то дерево, нужно 100% его сейчас будет забрать, потому что нам... Ну, вот, видите, вот там на заднем плане. Чё ты... Короче, иди ты в жопу, а, рулет? Потом тебя словить, сейчас не имею желания смотреть, пока ты там ловишься. Так, что это такое? Хм. Ребят, нужно посмотреть, я не знаю, есть ли это у нас вообще. Давайте вот так... Сделаем. Так, ребята, что это? Ух! Что это такое? Кукунут. Это случайно не кокос? Хм, я не знаю. Но выглядит как кокос. Так, ладно. Это не тот. Да, это тот, поэтому, в принципе, нет, мы не нашли, а просто вернулись туда, где нам скинули сид. Но все же. Райхорн, я, если честно, я бы имел желание тебя словить. Но то, что у нас нету ни левел-болов, ни квик-болов. Ребят, в следующих, наверное, сериях мы, наверное, опять начнем делать болы. Замечательно, мы словили Райхорна. Там еще рулет есть, но это такая тоже паскуда мелкая. Ага, ну сам напал, замечательно. Ребят, мы словили Иви, мы словили уже Райхорна сразу на начале серии. Если еще словим... Я там лайронов вижу, будет замечательно, если мы еще сейчас пойдем лайронов не словим, а поубиваем, потому что они вроде где-то 40-е уровни, и как раз будет замечательно для нашего голбата. Сейчас еще, кстати, нужно посмотреть, сколько у него там уже счастья. О, мы еще и рулета словили. Отлично, сколько у него там счастья? 189. Ребят, на метангов даже не смотреть, точнее на белдумов даже не смотреть, это такие паскуды. У них, наверное, шанс словили такой же, как и у легенд. Смотрите, просто смотрите. Я кидаю ультрабол. Кинул. Он нахрен даже миллисекунду там не задерживается. Он сразу вылазит. Потому что, в принципе, да, многие люди мне говорили, что Белдум это такой покемон, у которого шанс его поимки, наверное, такой же, как и у легенды. Это кто там? Нет, вы нам, в принципе, не нужны. А где наш... Вот наш алтарчик. Это замечательно. Сколько у нас?
209, ребята, это не так уж, в принципе, и много, как мне кажется. Ладно, немного мы полетали, наверное, сейчас уже можно и возвращаться. То есть, я путешествовал без съемки, я просто, знаете, летал туда-сюда, смотрел. Я убил несколько боссов. У нас еда есть? У нас еды нету, поэтому, ребята, и так нужно нам возвращаться. Еще один алтарь, ребята, мы нашли еще один алтарь Молтреса. Замечательно. Так, ну что? Ну что? О, босс, кто? Шакл? Ну вот тут, в принципе, Шакл не должен быть в земле, как я понял. Хотя он, походу, и так в земле. Да. Даже в глиняном биоме. Ну, ладно, иди ты попу. Ребята, домой. ТП? Нет. Идем мы домой, я покажу парочку покемонов, которых я успел словить. Точнее, легендарных. Точнее, шайни покемонов, которых я успел словить. Сейчас, давайте мы еще Голбата. Ну да, в принципе, Голбата прокачаем. Ему еще там парочку уровней осталось. Или, в принципе, даже можно выложить, чтобы он полетал. Точнее, выкинуть его, да. Но все же, сколько там? 198, нормально. То есть еще чуть-чуть. Фу. Так, давайте приземлимся быстренько. Ребят, вы не забывайте то, что у нас пополняется потихонечку, пополняется наш список вот этих, список людей, которые попадут в музей, поэтому, в принципе, не переставайте комментировать, он дальше пополняется, поэтому, ребята, не переставайте комментировать, и вы, в принципе, сможете потом попасть в музей. Так, это сюда выложить, что еще? Сюда. Просто, знаете, я не всех добавляю сразу в одной серии, даже если у нас там хватает места. Просто, знаете, добавлю сначала, потом еще кого-то добавлю, потом еще кого-то добавлю. В принципе, вот так. Там босс, но да ладно. Если он, конечно, легендарный, но это Magikarp, поэтому... Так, сюда. Сейчас. Это, в принципе, нужно сделать чуть-чуть громче, потому что я летал, знаете, с тем джетпаком, как летается, как громко. Опа, точно. Вот, я алмазики там еще чуть-чуть нашел в сокровищницах. Вот так. Сюда можно вот это выложить. Сюда есть что выложить? Вроде нет. Сюда. Это. Еда. Ух, ребята, у нас... Смотрите, сколько у нас уже еды. Ребят, еще раз говорю. Серия о еде будет. Потому что, знаете, во-первых, нам нужно насобирать много еды, чтобы потом у нас была возможность готовить больше блюд, и чтобы у нас был больше выбор, что готовить, да, то есть много еды, нет, не много еды, а много ингредиентов, то есть больше выбор, что готовить. Это во-первых, а во-вторых, еще нужно сделать музей, не музей, а нужно сделать еще ресторан, чтобы начать готовить еду, да, но это, в принципе, наверное, но не сейчас, чуть позже мы это сделаем, поэтому, в принципе, нам еще нужно много вот этих фруктов посадить, потому что, как вы помните, в предыдущих сериях много чего мы нашли. То есть, вроде пару серий назад, вот на той большой горе в саванне, или где мы, в саванне или в джунглях, мы нашли прям очень-очень-очень-очень-очень много фруктов, и плюс к тому, даже в этой серии мы нашли кукунут, короче, кокосы, походу, как я понял. Поэтому потом это все нужно будет посадить. Так, что мы еще можем выложить? А, тут, в принципе, много чего. Точно, мы же еще и фосил нашли, ребята. Мы же еще и фосил нашли. О, а давайте, может, фосил сразу же сделаем в этой серии. Так, это тогда сюда. Быстренько вот это все разложим. Это сюда. Вроде все, да? И давайте еще вот это. Мы же фосил нафиг нашли. Мы же можем сейчас... что-то постараться себе сделать. Я не знаю, кто там может. Мне говорили, в принципе, что это может Тертуга быть. Ну, посмотрим, кто это будет. Кабутопс у нас есть, Криндус у нас, в принципе, тоже есть. Тертуга. Было бы круто, потому что ее еще у нас нету. Так, красителей у нас нету, чтобы сделать себе дальше пол. То есть у нас есть шерсть чуть-чуть, но красителей нету. И, в принципе, их потом нужно будет достать. Голба 33, Манферно, Марил, Хундум. Ну, пока что нормально, так ловбол еще можно будет выложить. И, в принципе, вот этот токсикорп тоже можно выложить. Это я и забыл, если честно. Да дай пройти. Опа. Ага, вот почему. Места нету, да? И вот сюда вот это. Черешбол оставим, потому что для того, чтобы потом взять себе фосил покемона.
Да, тертуга, ребята, замечательно. Выкладываем ее и потопали. Куда бы мы потопали? Я уже даже не хочу, если честно, телугию ловить, потому что эти жопошники вообще не вылазят, но... Я бы пошел, если честно, на бишарпах. Ребят, вы хотите в этой серии уже докачать наконец-то... уже докачать наконец-то голбата и просто-напросто выложить его в компьютер? Мне кажется, было бы круто. 2200. Вот так. Бишарп. Было бы круто, мне кажется, если бы мы в этой серии докачали голбата. Так. Ой, нет, нет, не ты, а давайте Свамперта. Так, быстренько, ребят, то есть ночь, пока ночь, знаете, это всегда нужно пользоваться моментом. Ух, вот вы заспавнились, конечно. Ну, хотя, в принципе, у нас алмазные крылья, по идее, мы уже должны взлетать. Они еще быстрее, поэтому это круто. Опа, бишарп. Так. Замечательно, вылечится. Сколько там у него должно быть покехил? 205? Ну, по сути дела, ему еще пару уровней. А в горах... А, вроде точно. Мне говорили, что в горах вроде Энтей спавнится, да? То есть... Легендарный покемон, да, Энтей спавнится в горах. Но я, ребят, не в курсе, когда, днем или ночью. Ну, в принципе, если спавнится, то нормально. Если ночью не спавнится, значит, днем, наверное. Так, замечательно. В этой серии мне так кажется, что мы... Я забыл показать шайни покемонов, которых я словил без серии. Но зато у нас эволюция Голбата, ребята, Кробат. А сейчас мы, в принципе, вернемся домой, я сразу покажу, кого я словил с шайни покемонов. Ну, вроде там Пиджи у нас есть, то есть мы словили, кто помнит, мы словили шайни с первого, а сейчас еще шайни Пиджи мы словили. И там еще вроде один... Нет, там еще два вроде. Там еще вроде два шайни, которых я словил. Ух, смотри, ребята, Кробат. Какой он красивый, да вообще красавец. А, только знаете что? По сути дела, нам ему еще 4 уровня прокачать. Так как мы прокачиваем к таким, знаете, круглым цифрам. Ну, в принципе, не круглым. Круглым и полукруглым. Можно и так назвать. То есть мы прокачиваем... Если покемон эволюционирует на 36 уровне, да? То мы его прокачиваем к 40 уровню. Если он эволюционирует на 31 уровне, например, да? То мы его прокачиваем к 35 уровню. То есть, если он сейчас эволюционировал у нас где-то на 36, да? То нам нужно его прокачать к... К 40-му, да? Так получается. Это, в принципе, не так уж и много, ребят. В этой... Хотя нет, за ночь мы не успеем его прокачать, мне так кажется. Тогда знаете, что... Хотя... Хундум. А Хундума... Хундума к какому уровню мы хотели прокачивать? А, так все. Нам нужно его было к 40-му уровню прокачать, и мы его могли выложить. А он уже 42-й уровень. Ну ладно, давайте уже к 45-му мы его нафиг прокачаем, да и все, Хундум, иди гуляй, пожалуйста. Так. Потому что, знаете, раз мы уже так начали, так давайте ему уже там 3 уровня прокачаем, ничего уже такого нету. Джиодунишка, спасибо тебе, дружище, наш каменный. Это круто. Это круто. Мастербольчик сойдет. Знаете, ничего не выпало, только мастербол выпал. Больше ничего, только мастербол. Смотрите на карту, ребят, сколько там бишарпов. Это очень круто. Это очень круто. Так, какой там 38-й? Ребята, нам еще осталось 2 уровня. Ух, паскуды вот эти в бою. Сколько вы там? Да ну нахрен, они там еще будут не знаю сколько биться между собой. Поэтому давайте на кого-то другого. Давайте, ребят, как думаете, в этой серии успеем прокачать нашего Кробата к 40 уровню? Я надеюсь, что успеем, я надеюсь. Ему еще, в принципе, 2 уровня, это не так уж и много. Вот это, если вот сейчас так считать, этот бишарп ему еще 1 уровень даст. Да. Нет, не дало. Хундуру дало. Ух ты ж. Вылечим. Быстренько, нам нужно это прокачать. Свамперт. Ну почему-то, ну в принципе, ладно, Хундум, меняешься, так меняй. Вот, замечательно. И ты хочешь? Ну на. Так. Прокачался уровень, не прокачался, я просто не заметил, если честно. Прокачался. Ребят, еще один уровень и все. Выкладываем микроба. А кого мы возьмем дополнительного? Кого вы хотите, ребят, видеть как дополнительного? Ну, в смысле, не дополнительного, а вместо Кробата. Нужно потом подумать. Кого можно взять?
Ну, хара биться между собой. Дайте я вам помогу нафиг. Во, замечательно. Бишарп. Это что, последний бишарп или нет? Нет. Спокойно. Ну да. Если бы он у нас не было, я бы еще удивился. Но он у нас есть. Там еще и босс. Еще не хватает легенды для полной картины. То есть, смотрите, на карте у нас есть зеленый, есть фиолетовый, есть оранжевый. Еще не хватает легенды. Я надеюсь... Да, все, ребят, как раз мы успели прокачать акробата. Еще Хундуму один уровень, и все. Хундума один уровень. И ребята, все, мы уже выкладываем и Хундума, и акробата мы уже можем выложить. Это, в принципе, уже круто. Вряд ли, если честно, вряд ли мы успеем. Сколько там еще ему осталось? Тут, в принципе, толком не показывает. Но все же не успеем, потому что уже утро. Уже не успеем, к сожалению, но все же... С Том и Кробата успели прокачать. А Хундума потом успеем. Может, я надеюсь. Это кто? О, Басяндрики, Шакл. Хитмонтоп. Хитмонтопа можно. Он еще легендарный вроде или какой-то. Да пофиг, в принципе, Хитмонтоп уже... То есть он у нас на поверхности, поэтому можно его попробовать убить. Красненький. Пожалуйста, дай уровень нашему Хундуму. Мы тебя... Ребята, давайте просим. Хитмонтоп. Хитмонтоп. Дай уровень нашему... Дай уровень нашему Хундуму, пожалуйста. И экспешер, если тебе не жалко. Все. Ладно, экспешер ты нам не дал, но зато, ребята, мы успели прокачать Хундума и мы успели прокачать Кробата за одну серию. Замечательно. Так, быстренько домой. Да не сюда нафига домой. Вот сюда. Так. Быстро, быстро, быстро! Выкладываем этих двух покемонов и берем двух новых. Это круто. Так, это... Ой. Вот. Ну что, давайте я как раз покажу. Опа, Тертуга, точно. Забрали. Так, и точно, орб. Сколько? 185, ребята, нормально. Мы даже... Мы же на бишарпах прокачиваем... На бишарпах прокачиваем орб тоже, это, в принципе, тоже круто. Смотрите, ребята, сначала давайте выложим. Мы выложили Хундума 45-го и Кробата 40-го уровня. Смотрите, ребята, каких шани я словил. Кого я, точнее, словил. В принципе, не так уж и много, но все же я словил. Ра-тра-тра-т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 а-
обычного вроде зеленое, да, тут, а в шайни синие, вот там еще шайни на карте я вижу. Главное не профукать. И я словил еще шайни Пиджея, как я, в принципе, и говорил. Но он очень тоже маленький такой. Ух ты ж нафиг, ух ты ж пласл. Иди-ка ты сюда. Как, ребят, в принципе, не помешает даже нам и пласл. Только, пожалуйста, не убегай никуда. Иди сюда нафиг, мелкая. Опа, попали. Так. А нет, у нас был ультрабол. Или нет, потому что я, в принципе, сейчас увидел один. Может, у нас где-то внизу показывался, фиг его знает. Есть у нас еще квикболы. Хм, я думал, уже кончились, но да ладно. Еще парочка есть. Там еще босс, может, успеем. Замечательно, ребят, мы еще и шайни словили. Это кто у нас? О, успеем. То есть, сейчас, ребята, уже подведем итоги, кого мы словили в этой серии. Давайте еще Нидорину убьем. Где она? Опа, а кого сейчас? Сейчас давайте, в принципе, Манфер... Да, в принципе, сейчас всех. Манферна, Чикорита, Марил. Сейчас их всех нужно прокачивать. Так. Замечательно. Много опыта дало. Экспешер не дала. Пожалуйста, дайте нам кто-то экспешер. Я что, не заслужил экспешер нафиг? Пожалуйста, один заслужил. Один мне выдали, а другой нафиг нет. А что тут вообще должно быть? Что тут нафиг должно быть? Ага. А, нет, выросла уже. А, ванила бин. А, только нам нужно... А, нет, тут посажено, то есть... Еще двое... Да ну нахрен, еще шайни.
Ребят, что-то вообще та же серия какая-то как это можно назвать? Шайневская серия какая-то, синенький. Волторб. Так, твикбол. Ху, замечательно. Много мышей не словили, в принципе. Нам нужно еще вот эти деревья взять, потому что, чтобы новые саженцы посадить, нам нужно еще парочку деревьев там новых. Это можно выкинуть. В смысле, не деревьев, а саженцев нам нужно. Парочку. Это потом, в принципе, тоже, ребят, нужно будет сбегать за новыми саженцами. То есть, еще один у нас есть, да? Но все же. Потом нужно еще два саженца, и потом еще для вот этих, да? Какие тут саженцы нужны, в принципе? Или джанглевские, да? Или вроде... Нет, эти не подойдут. Или джанглевские, или саванны саженцы. Вот эти. Ну ладно, потом мы это разберемся. Фу. В следующих сериях мы, наверное, уже начнем делать покеболы, потому что, как вы видите, покеболы уже потихонечку кончаются. Так, ну что, кого мы берем, ребята? Кого мы берем? Пласл. А пускай будет Пласл, но вместо Пиджи я не хочу в данный момент Пиджи. Давайте возьмем. А что вот нет, потому что есть уже водный, как бы. Давайте возьмем. Бум-бум-бум. Ну кого-то сильного, чтобы, в принципе, нормально было. Хитмон топ, нет, тоже не хочу. Эмолга нет. Эмолга нет. Пипинсир, экзегют. Экзегют нет, потому что есть Чикарита. Давайте дрозиш. Нет, даже не голубенького, а розовенького. Дрози мы возьмем. Кто это там у нас? Давайте еще попытаемся сперва убить. И на этом, ребят, мы, наверное, уже заканчиваем. Спиру, иди-ка ты сюда, а, мелкая. Хотя нет, не заканчиваем, потому что еще, в принципе... Да иди ты сюда. Еще пару людей нужно добавить в музей. В принципе, быстренько мы это сделаем. Но, ой, но не забывайте то, что... Каждые какие-то определенные серии, то есть 10 или... Каждые 20 серии мы будем очищать музей, то есть, наверное, в следующий какой-то... Да, пофиг это. В следующий... Нет, в 50-й или в 55-й или в 60-й серии мы опять очистим музей. Потому что, в принципе, тоже могут быть такие люди, которые уже перестали комментировать. То есть попали в музей и уже перестали. Могут быть и такие. Ну что, давайте быстренько добавим. Быстренько, 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 быстренько. В этой серии я добавлю только 3 человека. Ребята, вы не переживайте, что если вы не попали в музей, то есть... Просто дальше комментируйте, потому что сейчас я просто вам не покажу, а даже скажу. У нас кончился блокнот, то есть люди, которые там были, уже закончились. Но я опять начал его заполнять. Сейчас в блокноте опять дохрена людей. Опять дохрена людей. Но я не буду сразу добавлять в одной серии там 10, 20, 30 или еще больше людей. Я добавлю только 3 человек, потом еще 3, потом еще 3. То есть, наверное, мы так и сделаем, что каждую серию мы будем добавлять только по 3 человека. Так, давайте сюда. Ой, потому что, в принципе, добавлять, знаете, 40 человек... Ваня Сергомаскин. Я надеюсь, это правильно написано. Потому что добавлять 20 или 30 человек в одной серии, знаете, как-то... Ну, что ли, не хочется, что ли. Серпериор. Анабиос Гейм. Поздравляю, ты попал на Серпериора. Только там тебя не видно. Ой, да ну нахрен, ты что, издеваешься? Я же случайно. Серпериор. Когда нужно, то будешь там... Клацать хрен его знает, чтобы добавить. Или чтобы убрать, да? А сейчас случайно. Так, ну что? Я могу еще вот сюда положить. Сюда людей, сюда поставить. Еще вот тут всех людей поставить. Но я сейчас в данной серии не хочу. Потому что, в принципе, тоже нужно знать меру. Тех людей, что мы, в принципе, добавили в этой серии, наверное, хватит. Следующих мы потом добавим. Кстати, Манферна тоже можно уже сюда поставить. Но сейчас не буду ставить, поставлю потом. Опа. Фух, опять... А, ну это Диглет, я уже хотел сказать, опять нас не отпускают, но Диглет, иди ты нафиг. Так, ну что, ребят, на этом мы заканчиваем. Я надеюсь, вам понравилась эта серия. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.